Всем привет! Приехала большая посылка, ехала почта EMS, точнее Сингапур EMS почему-то непростым, ну хотя значок простой, документ я естественно достал, продавец оценил ее в $30 и написал, что здесь что-то находится, две штуки, типа Well Toys, там, о, не Well Toys, а RC Toys Game или как там. Ладно, здесь находится у нас радиоуправляемая машина Well Toys какой-то там LT959, наверное, или какой, точно не помню. Ну, давайте скроем. Сыну на Новый год купил. Поэтому, пока его нет, надо быстренько скрыть, проверить и спрятать. Обошлась она $100. Ну, с доставкой EMS надо было быстрее, потому что простая доставка, ну, слишком долго. На Новый год не успеем. А в городе у нас купить-то такие игрушки невозможно, потому что их просто-напросто не продают. Продают какой-нибудь плюшевых медвежат и все. Все, что способны. Вот такие вот дела. Упаковочка, конечно, никакая. Тупо в мусорный пакет. И все. Так, что у нас здесь такое? Характеристики не помню. Что-то там, по-моему, разгоняется до 50 км в час. Батареи хватает, не помню на сколько. 15 минут или 10 минут. Точно не знаю, вообще без понятия. Так, цвет у нас корпуса расцветочки синие, хотя всего их белый, точнее серый, зеленый и синий, да? Частота пульта и приемника 2,4 Гц. Так, у нас Pro, да? Идет аккумулятор. Этот, не знаю, как называется. Ладно, давайте распаковывать и смотреть, где она здесь. Вот так, да? О, зеленая все-таки, я написал, что синяя. А где? Продавец. Так, аппаратурка у нас сразу идет. В принципе, таких машинок не было. В основном интересуюсь коптерами, но ребенок у меня помешан на гонках, на машинках с самого раннего возраста практически. Ну, в принципе, прикольно. Конечно, видно, что такая дешевая аппаратурка. Но, я думаю, поиграть будет прикольно. Ребенку, особенно маленькому. Ладно, поехали дальше смотреть, что у нас. Так, здесь у нас... Так, блок питания. Сразу евровилочка для зарядки аккумулятора, я так понимаю. И что еще? Так, здесь какие-то ключики. Документация. И сама машина, да? Здесь... Еще что-то есть. Ладно, давайте смотреть. Так, аккумулятор у нас сколько на сколько? Ну, тяжеловатый, 1500 мА, 7,4 вольта. Так, что у нас здесь еще написано? И вот сама зарядочка. Да, зарядка. Литиум батареи заряжает. Power Charge. Нормуль. Так, дальше поехали. Достать саму машину. Опа. Эти бумажки. Опять потом запаковывать надо придется. Ладно, давайте коробки уберем. Ну, в принципе, я думал, будет машина поменьше. А здесь она прикольно, с мотерами, совсем спойлер. Так, антенка. Надо ее будет сразу спрятать. Ну, мортиры вроде рабочие. Она будет, их можно прокачать или нет? Вот этот вроде не очень. Этот тоже прокачанный. Надо будет, короче, разбираться, ребята. Я особо в этих радиоуправляемых машинах не бум-бум, как говорится. Но вроде пока все хорошо. Только остается, надо еще проверить. Секунду. Так, сразу проверим, вообще она работает или нет. А потом, наверное, сделаем уже после Нового года, когда ребенок распакует ее под елкой. И тогда уже сделаем обзор на нее. Ой. Вот так, пока. Надо все быстро сделать, чтобы пока ребенок не зашел в эту комнату и не увидел, что папа здесь делает. Так, ну сейчас еще с
сломаю. Так, вроде так, так и так. Угу, работает. Так, аккумулятор. Где у нас здесь аккумулятор вставляется, по идее? Ага. Здесь, да? Так, и... Ага, вот. В принципе, думаю, будет даже надежно система. Так, а дальше что? Так, это я понимаю сюда. Угу. А второй провод? Или второй не нужен? В машинах, а на второй для зарядки, да? Я так понимаю. Да, второй для зарядки. Хотя подожди, правда. Должен, по идее, подключаться. Не знаю, надо инструкцию, короче, смотреть. И там разбираться. Как ее здесь подключать, толком-то еще пока сам не знаю. Так, ну давайте посмотрим, вообще запашет, не запашет. Вот, то есть. А, все, да, получается. Этот только для зарядки провод. Не подумайте, что уже там совсем такое не разбираюсь, но, говорю, машин у меня не было. В основном коптеры. Так, ставим ключик пока временно. Так, замочек не потерять. И... Ой. Ой! Все, улетело. Да, бывает. Сейчас доломаю сам. Ну, прикольно. Тормоз. Все работает. Так, а как здесь задний ход, интересно? Блин, нажимается случайно. Ну, вроде все корректно, все интересно так работает. Только как здесь? Так. Ай. А, во, задний. Заработал. Это что? Ух, блин, она такая шустрая, очень шустрая машина. Резко. Прикольно, вообще прикольно, ребята. Прикольная штука. Так, ладно, надо отключить. Ну, нафиг, я ее сейчас разобью. Так, у нас моделька есть, кстати, тоже Волтойс. Так, какой это, кстати, Волтойс? Так. Так, у нас L959, да? Есть такая же моделька, я смотрел, тоже L959, но подороже, ближе к $200. Но она, получается, там полностью водонепроницаемая. Здесь, конечно, все водопроницаемое. Так что покататься по лужам не получится. Ну, машина такая, знаете, она тяжелая. Чувствуется, ну, такая серьезная, не особо детская. Ну, вот такие вот дела, ребята. Так что после Нового года, как ребенок уже скроет, надо прятать уже. Потому что уже там чувствуется, что сейчас прибежит сюда. Каждую минуту боюсь, чтобы не увидел. Все, ребят. Если понравилась распаковка, пишите в комментарии, ставьте лайки. Сделаем, если надо обзор, то сделаем после Нового года. И всех ближайшим наступающим. И всем пока.